Audi Q5. Изначально был маленький монитор, а теперь большой монитор. И в этом мониторе появилась функция оригинальный Apple CarPlay. Весь функционал штатного Apple CarPlay теперь доступен и на этом головном устройстве, которое теперь стало штатным. Сенсорное управление. Музыка. Если бы она была в смартфоне, то она здесь тоже показалась. Проще говоря, все, что есть в Apple CarPlay, теперь будет и в вашем Q5. Так что обращайтесь, не стесняйтесь.